Всем привет! В описании есть 4 ссылки на 4 разных сервиса, где вы скачиваете приложение игры, зарабатываете деньги, потом можете выводить Иви кошелек на карточку куда угодно. В общем, переходите, зарабатывайте. Так. Я думаю, еще попробовать эту, если недолгий уровень, поиграть. В этом уровне мы стартуем без замка. А, подожди, нет, это я не то читал, что ли? Все замки надо захватить. А, стартуешь, да, без замка. У нас неделя. Логистика, Power X. Давайте логистику. Больше ходить будем, быстрее. Так. Вот, нам дают 50, 30, 10. Так, я карты не знаю. Я не знаю, куда бежать, что делать. Можно попробовать сюда. Но нет смысла, мне кажется. Так, можно сюда захватить, да? Вот это наше, как бы. Нам туда и надо. Здесь есть какой-то чувак, который будет захватывать вот это все, собирать. Я думаю, что надо его наказать. Я же думаю, что я убью его, правильно? Дальше нам надо туда пробраться и все. Ну, давайте. Так, он собирает. Что-то собрал. Сохраняемся и вперед. О, особо ничего не собрал. 15, у меня 50, да? Кидаем. Кидаем курсу на этого, наверное. Три, три. Пять гаргулей теряю. У меня нет никакой магии. Нет. Но я ж только что проверял. Забыл уже. А, он убежал. То есть он что-то взял. Что-то он взял здесь. Так, ну здесь нет смысла что-то подбирать, честно говоря. Мы просто пойдем захватим. Дальше. Замок надо захватить быстренько. Время не терять. Все, доскакали. Мы замок волшебницы захватываем. Это рандомный замок или он всегда интересный? Одинаковый. Ну, гаргули нормально. У нас, кстати, герой по нулям, но гаргули неплохой юнит, я смотрю. Нормально так разрывают всех. Так, ну лак, наверное, возьмем. Лак. Что у нас в замке? Ну, более-менее. Все есть, кроме фениксов. Значит, кто у нас есть? Варлок и Некромантер. Скорее всего, Варлок. Некромантер нафиг нам нужен. Берем его. Наверное, небольшой закуп и сделаем. Лучников. У нас будут одни лучники. Как-то так. Как-то так. Ну да, еще можно. Еще можно вот так. Как мораль будет, интересно, у нас. А, нормально мораль. Так, выйти нельзя, поэтому. Ну, как-то так, да? Там есть какая-то магия? Да, надо зайти в замок.
Так, ладно, а что еще можно взять? Будем бегать. Так, погнали. Дворфы ко мне не присоединяются. Это наши враги. Поэтому можно не пытаться. Зашли. Там мы пособираем, этот герой туда побежит. Все, я думаю, второго героя нет, третьего героя нет смысла брать пока что. Ладно, этот даже пусть бежит дальше. Экономим время. Так, что там можно купить на самом деле? Кристаллы купим. По ресурсам очень мало, кстати, сильные враги будут. Я чувствую. Так, это на фениксов, кстати. Скоро будут фениксы, значит. Добыча сейчас пойдет. Тут денег много. Мистицизм берем. Мудрость вторую. Так, 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 так. Надо апгрейдить, наверное. Готовимся к фениксам. Нас через недельку. Так, это что дает? А, проклятие дешевле в два раза. Так себе. Лайтнинг на 50%. Вот это крутая вещь, если лайтнинг будет. Пока что у нас нет лайтнинга. Лайтнинга у нас нету. Так, а это я собирать не буду. Можно вот сюда, кстати, сгонять. Там будут призраки. Я, может быть, я их одолею. Ух ты, их много. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ага, не все так плохо. Жесткие. Это если они на кентавров нападут, то жесть будет. Да, ладно, я все. Здесь надо лучников убрать, чтобы на них нападать. Сейчас я это сделаю. Уберем лучников, передадим второму. Так, навигацию, наверное, возьму. Это мне не супер нужно. Хотя... Ладно, навигация... Навряд ли нам понадобится. Так, и тут пока проапгрейдим все. Артгейм, привет. Так, 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 так. Значит, мы ему отдаем вот так. Без лучника. Хотя, блин, так опасно. Так опасно, кажется. Я просто рискну. Давайте посмотрим. Смогу ли я так одолеть? Единорог 5 кентавров. Зато они никого не смогут переманить. Вот чё, в чем прикол. Ну, да, может, потери будут, но... Ждем. Все летят. Минус... А как вот этих вот вы убьете, мне интересно? Как вы убьете? Не убьете вы его. Так. Да, потери, но зато у меня сразу золото будет добываться. Прям сейчас, да, потери, но... Это все равно варлок, у меня нету замка варлок. Отлично. Теперь снова все передаем ему. Все.
30 камней еще надо. Все, ладно, этот чувак будет сейчас все собирать здесь. А я только сундучки соберу и все, и валю отсюда. Дипломатию возьмем. Пойдем отсюда. Да, сейчас против зомби можно посражаться. Но там их много. А у меня магии нет. Скорее всего, пока пас. Потеряю много. Так, ждем просто. Ждем. Все пособирали, посмотрим, что здесь. Так, а нам осталось 3... А, много, 13 бутылок. Я только что 5 просто потратил, да, на апгрейд друидов. Может быть, не стоило. Так, сюда надо валить. Быстрее захвачу, больше ресурсов будет. А эти мелкие потери, пофиг. Так, тут, кстати, потерь будет мало. О, точно мало будет. И в эту вещь. Да вообще, по-моему, без потерь должно быть. Не убьют же гаргулью там. Ах, все-таки в кентавров они начали стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Минус 2 кентавра. Блин, вот хочется взять, а не могу. Ну, второй чувак возьмет сейчас. Так, я думаю, вот так. Мы что-нибудь поменяем потом. Чтобы так быстрее фениксы были. Хочется как можно быстрее фениксов взять и все, и пойти в атаку. Тут все взяли. Так, пойдем на этих, наверное. Pathfinding. Не знаю, стоит брать. Вон камень там. Точно надо туда идти. Точно. Точняк. Пойдем туда. Тут, может, какой апгрейд? Не, ничего. Пак. Нет, это мало. У нас 42 кентавра. Они нормально справятся. Ждем. Пам. Минус. О, может, убьет? Нет, не хватило. Я не хочу рисковать. Пусть идут. Они такие медленные. Пам, пам, пам. Пам. 700 опыта. Надо сразу туда на. А тебе пофиг. Что так, что так. Так, пусть этот тогда идет сюда, закупится. А, на самом деле, да, мне пофиг. Мне нужна... Ртуть нужна мне. Тут у меня нету. Мне кажется, кто-то тут был уже. Что-то слишком... пусто. Слишком пусто. Там вроде компьютер побегал уже как-то. О, ртуть там. Блин, а я не успеваю. Последний день. Ай-яй-яй-яй-яй. Я мог бы успеть. Дополнительная ртуть там. Даже если я все поменяю сейчас. Смотрите. Так. Две. Здесь еще две. Это 4. 17. Мне надо еще 3. Ага. А за деньги сколько? Кстати, теоретически я могу ртуть купить. А, 30 камней надо. 30 камней. 30 камней и 10 тысяч золота. Я сейчас хочу купить просто. Сейчас мы это все сделаем. Раз.
2. Три, четыре, пять. Все. Рассчитал я. Чтоб прирост сразу был. Сейчас окажется неделя, где нет прироста, и я все это зря сделал. Не, все нормально. Что, не нравится игруха? Что не нравится? Или наоборот, ты восхищаешься этой игрой? Ой. Как-то пониже микрофон. Всего одного убил? Что, кентавр как-то слабовато кентавр. Не добивает. Тоже одного. Не идет урон у него. Добивай. Не хватает. Без потерь, 800 опыта. Так, логистику берем. Как раз сейчас закупимся. Да, кто-то бегает. Драконы присоединяются. Мне надо кого-то скибнуть. У меня драконы будут. Я забыл про драконы. Про драконов. Ё-моё, они сейчас присоединятся ко мне. Пока так. Ладно, этот чувак пока здесь пусть все чистит. Бегает. Значит, кого удаляем? Лучников, значит, удаляем. И смотрим, должны присоединиться. Да. Три дракона. Все, короче. Тут игра сделана, мне кажется. Дизмораль медали. Я не буду атаковать, нет смысла. Блин, я не могу атаковать его. Да, пофиг до этих кентавров. Подумал. Пофиг. Когда есть драконы. Ну все, ну закупились мы. Драконы есть. Сейчас усилим героя. Пойдем вот этих убьем. Тут что-то еще надо посмотреть. Вот надо сюда сразу бежать. Зомбаков убивать. Здесь артефакт дают. Хороший. Ну, он рандомный, иногда говно, а иногда нормальный. К чему бы ты присоединился, Жека? Ты про что? В герои поиграть? Ну, я как бы кампанию прохожу, я же там в мультиплеер не играл никогда, я не знаю, я тут не супер игрок, я в мультиплеер. Блин, у нас мега армия, чисто лучники, чисто лучники. Надо вкачивать урон на рейндж, как он там называется. Урон, чтобы наносили. 50%, если 3 раза вкачать, это много. Так, ну что, давайте. Раз, два, три. Хорошо, хорошо. Хорошая музыка такая. Хорошая музыка, хорошая игра.
Та-та-та-та-та. Лидершип. Баллистику давайте вкачаем. Это что? Холим. Ага. Это андед. Отстой выпал полный. Просто отстой. Просто хуже некуда. Это если бы я андедом играл, то против меня нельзя было использовать то, что убить андедов такой спел. Так мне ничего не дает. Бесполезно, беспонтово. Так, я ничего юзать не буду. Они сейчас в ряд встанут. На эти, как их там. Неважно. Они даже ни одного дракона не должны убить. Медузы, вот, медузы. Станут в ряд, я сразу двоих буду. Сейчас вот внизу, вот. А, блин, они сейчас так станут, что по ним не попасть. Что, вообще не буду нападать. О, двоих же можно. Да, отлично. Сколько у него осталось? Еще 127 здоровья из 200. Он еще жив. Плюс один урон. Сколько у него артефактов уже, интересно? Немного. Какая магия? Вот бы сейчас Lightning Bolt был. Так, я тут уже буду тоже собирать опыт. Это второй герой будет тоже сильный. Я не хочу делать его слабым. У него армия хорошая. Вот сейчас мы его прокачаем. Так, захватывают деревню. Противник. Так, мы можем закупиться здесь. 83. Нормально, нормально. Только мы их, наверное, сюда поставим. Их можно вот так сделать. А, и повыше этих. Так. О, может присоединяться, кстати, чуваки. Ой, надо было дипломатию взять. Не хотят. Не хотят присоединяться. Так, а здесь что, нету проходов? Здесь какой-то остров, кстати. Лодок нету, но остров есть. Посмотрим, интересно посмотреть, что это. Мне всегда нравятся новые карты, когда ты не знаешь, чего ожидать. Ты такой ходишь и смотришь, что же дальше будет. Ой, это плюс одна атака, одна защита. Насколько я помню, хорошая вещь. Надо брать. И вот там еще плюс одна атака. Мы тут сейчас этого героя прокачаем, он будет сильнее, чем первый. Сейчас мы его вкачаем. Я помню, играл как-то с сестрой давно в эту игру. Реально, очень давно. И мы брали двух героев. Один герой мой как бы был, а второй сестры. И мы там вместе бегали за одну команду. И было интересно играть у нас. Мы как-то так вот играли. Было прикольно. Это было давным-давно. Так, там знания. Ну, нафиг мне эти знания. Тут можно что-то проапгрейдить? Нет. Деревню он тут захватил. Ну, давайте назад захватим. Я не знаю, можно апгрейдить тут до замка? Нельзя. Или можно. Сейчас выйдем. Так, чувак там прорывается. Какой-то жесткий, я смотрю. Жесткий чувак прорывается. Ладно, мы тоже прорываемся. Ну, Dragon Slayer. Против меня могут юзать. Ну, компы, кстати, никогда Dragon Slayer не используют с магией. Ни разу не видел. Хотя, может быть, было один раз. Хотя нет. По-моему, когда это магия, они просто не умеют ее использовать или что, я не знаю. Для них эта магия не существует, короче. А, это автобой, я не знал. Случайность. И вместо S автоатаку, ну, автобой поставил. Потерял 5 гаргулей из-за этого. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Один клик решает. Так, что здесь? Ничего здесь. Ничего. Ладно, я пойду сюда. Я думал, он не побежит на меня тот чувак.
А, можно вот так убивать. Первый не побежит сюда, видите? Смотрите, какой прикол. Первый побежит наверх. Ну, как я и хотел. Не будет атаковать. А где я потерял всех? А, это другой герой. У того же очень много их просто. Спрайтов этих. Они очень имбовые, потому что враги не отвечают после первой атаки. То есть их можно очень хорошо использовать. Они имбовые. Это как вампиры. Вампиры тоже хорошо атакуют. Их нету ответа. Так, а можно апгрейдить? Да, можно в замке апгрейдить. Но я не буду, это вообще начнется сейчас. О, он напал и умер. Мега комп, просто мега комп. Напал и сдох. Так, еще драконы мои ждут меня, короче. Ну, это супер легкий уровень с драконами этими. Если бы я знал, что там драконы, я бы просто побежал вначале и все. Я бы уже выиграл, наверное. Просто кто знал, что тут драконы? Я просто не понимаю. Я не видел. Первый раз играю здесь, как бы. Может, давно играл, но ничего не помню уже. На меня напал? На меня напал, чувак? Он что, не видит, что у меня три дракона? Алло. Алло. Что это? Что это? Не за неуважение. Так. У меня очень много силы. Скорее всего, вот так. Ну никак не выиграет, это бред какой-то. Куда он напал? Сейчас двоих, смотрите. Смотрите, сейчас очень хорошая атака. Опа! Так, убью 133 или нет? Не, не убил. А вот они нормально жахнут сейчас. Да, нормально жахнули. Почти всех убили. Но это мелочь. И убежит. Нет. Не сдается, чувак. Надо вот этого убить, потом этих. Так, я его убью или нет? Давай еще один удар. Блин, убежит. Я хотел... Можно было я что-то... Ну ладно, мелочь. Забираем их. 8 драконов. Можно их не забирать, ждать, пока их больше, больше, больше. И потом в конце игры забирать. И все. И победа. Ладно, мы просто двумя героями сейчас идем всех выносить. И, кстати, крутые артефакты. Вот, например, здесь. Щит, по-моему, плюс 4 защиты или что-то такое. Или две всего, не помню, но он все равно хороший щит. Так, ждем, пока они станут нормально. В ряд. И проатакуем. Во, вот это другое дело, смотрите. Оп. 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 Они не убьют никого. Да, смелый пацан попался. Что-то он перепутал. Я не знаю, он не увидел, что у меня драконы есть или что? Это иногда у компов какие-то глюки бывают. Не идеально все тут с компами. Ну, как бы приятно, конечно, так победить, но ты понимаешь, что это просто ошибка компа, он не должен нападать так. Ну, я как бы я потерял войска, но, блин, там мелочь, мне ничего страшного, я мелочь потерял. У меня, главное, драконы остались. Драконы я не потерял. Все. Так, а я попытаюсь свой главный город застроить. Последнюю башню поставил. И все. А другие я не хочу делать, потому что их начну захватывать. Там какие-то порталы, кстати, есть. Тут куда-то порталы, я смотрю. Но я вначале захвачу замок. Я надеюсь, я его захвачу, потому что вдруг у него там 500 крусейдеров этих. Но тут, по-моему, третья какая? Четвертая? А, второй месяц, первая неделя. То есть не так много должно быть у них. Войск.
Так. Так. Кто-то там бегает, бегает. Ну что, я даже не проверяю, кто тут, что тут. Я вижу, что тут никого. Ладно. Можно магию, я разрешу магию использовать. Все, пусть валит всех. Победка. Победка, победка, победка. Так, так, так. Может, Виздом что-нибудь там у него. Да, у него почти последний этаж. Чего не хватает? У меня кристалл нужен один. Берем один кристалл и... смотрим, что у нас будет на последнем этаже. Mirror Image. Ну, на драконов не работает. Мне это не особо нужно. Ну, есть так есть. Крусейдеры как бы есть. У кого-то, значит, кто-то купил их. Кто-то купил, сейчас будет гонять с крусейдерами. Я тут даже не знаю, вампиров убивать, не убивать. Ну, там проход дальше есть, убьем, короче. Так, у нас 8 spell power. 8. Это неплохо. Учитывая, что у нас сейчас и силы, и защита. По-моему, щит 2 защиты дает все-таки. Я был не прав, 4 слишком много. 2 защиты, да. А это 1-1, да? Да-да-да. Ну, это, по сути, одно и то же. То есть, тут одна сила, одна защита, тут две защиты. Ну, прям равнозначные артефакты одинакового уровня. Так, там в лодочку кто-то сел. То есть, у них там есть что-то интересное. Так, следующий замок. Тут чисто 3 замка рыцарей, я смотрю. Но противников вроде 2, я так понимаю. Там еще справа другой есть игрок. А давайте автобой что-то. Хотя, а что автобой? Вот сюда надо, смотрите. Сюда надо. А что еще можно сделать? Да я, наверное, убью их, если честно. Можно вот сюда еще метеоритов кинуть. Хорошо. У них 35 здоровья, да 30. Вот у всадников неулучшенных очень мало здоровья. 30 всего лишь. Реально мало. Я того убиваю, чтобы ход был. И я все артефакты забрал. Но у него ничего не было. Это был пустой чувак. А вот этот чувак уже не выйдет замка. Я его забаррикадировал. Навигация. Так, это только в лодку сел. Я, может, успею его. А, не, уже за конец хода. Но он там пустой. Ну, куда-то ездит, что-то есть там. По-моему, может быть, даже один чувак всего лишь играет. Синий только есть. Больше и нету игроков. Ну, 8 драконов очень сложно убить, конечно. Кстати, это сильный чувак. Он очень много меня сейчас пробивал. Ну-ка. Ну да, 5-5. Ну не сильный, но сильнее, чем я. Сильнее, чем я. Ну вот тут идеально они стоят, смотрите. Просто все вместе. Тут у нас такая... Да, 9 спел. Спел пауэр. Я чувствую, насколько урон высокий. Мне не нужны войска другие. Чисто драконы и все. Вот, он еще магию использует. Зачем? Просто у него ничего нету против драконов. Все, забираем все, что есть. А ничего нету. Что ж такое? Пустые какие-то попадаются, пацаны. У них ничего нету. Так, о, 9 этих. Можно взять? Можно взять. Армагеддон! Все, чуваки. Мне ничего больше не нужно. У меня есть Армагеддон. Все, 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 все. Все, ребята, все. Я стану так, чтобы они не прошли здесь. Так, а куда уехал этот челик? А, тут что, прохода нет? Серьезно, подождите. Не, это баг был какой-то. Есть тут проход. Так, я хочу просто его убить.
Я хочу найти, уничтожить его. Здесь, походу, нет справа никого. Всего один игрок, что ли? Подождите, синий? Я смотрю, на меня напал, потому что я на проходе стоял. Но у него как бы армии много, 300 штук, поэтому он думает, что меня убьет. Но у меня Армагеддон уже есть. Армагеддон и 9 спелл пауэр. Зацените, ребята, самый имбовый спелл в игре, когда у вас есть драконы, потому что на них магия не действует. Смотрите, я когда, помню, играл, давным-давно, первый раз увидел, я офигел, когда против меня компьютер сделал это. Я не знал, что это такое, я просто офигел. Вот он вот так сделал, я такой, во, что это было? Я такой, я даже не понимал, что это. А что, меня одного дракона убили? Подождите, 8 драконов было? Серьезно, как-то он умудрился одного дракона убить? Ну, это как-то... Блин, я не добил. Прикиньте, 2 раза дракона не добил. Там кто-то, кстати, приехал справа. Кто-то еще бегал там. Или где он бегал? Кто-то где-то бегает, короче. А, внизу он. На меня напал, короче, челик, и все. Ладно, идем за этим. Да, у него вообще ничего нет. Армагеддон еще очень прикольный тем, что можно его сделать, и противник не успевает убежать, потому что драконы очень высокая скорость атаки, скорость передвижения, они первые ходят, как правило. И ты просто все артефакты можешь забрать у кого-нибудь. У кого-нибудь, у кого, например, армия небольшая, но артефактов много он надыбал, но не успел ничего как бы сделать. Не успел убежать. Так, тут какой-то... Блин, он мне на меня нападет, я так понимаю. Ну ладно, это хоть битва будет интересная. Хотя, как... Зачем ему нападать? Да, у него 10 крусейдеров, и что он сделает? Странные чуваки, они супер агрессивные какие-то здесь. Я не знаю. Я, наверное, крусейдеров буду делать. Он тут самый опасный. И прям его атакую, да. Прям его атакую сразу. Минус 1 всего, у него защита хорошая. Да, похвально, похвально. Так. Ты сюда. Блин, я могу проиграть. Да, у меня есть магия, у него магии почти нету, но... Серьезный чувак. Я... Не стоило фениксом лететь. Вот что я сделал ошибку в чем. Фениксом не стоило лететь. Феникса больше нет, ребята. Так, ну что, крусейдеры. Пока дойдут... А у них первый ход будет следующий. Они подбегут сейчас прям. Минус 1 сейчас должен быть. Да, 3 осталось. 3. 0. Этих убиваем. Этих убиваем. И давай этого. Одного. Он опять убежит. Этот чувак постоянно убегает. Я скоро буду вообще пустым. Так, убежал. А вот, нашел замок. О, еще драконы. Вау, черные драконы. Ну, правда, 2 штуки. И тут как будто кто-то уже все пособирал. Как будто у кого-то Dimension Door был или что. Ну, как-то ничего нету. Какой-то чувак что-то тут. Крутой, я смотрю. Она как раз армию потеряла, сейчас драконов вернул. Так что нормально. Может быть, этот чувак еще на острове живет, я вот так думаю. Раз он там что-то плавал. Может, у него еще там один замок будет? О, справа еще красные драконы, если что. Заберу сейчас. Ну что, бабахнем? А, бабахнуть не получится. У меня мана закончилась. Ну да, одного дракона он убил, потому что одного дракона... О, и сейчас он одного дракона. То есть это не так сложно на самом деле, потому что чувак-то сильный. Чувак-то непростой. Так. Медалька. Вот это чувак, который все время убегал. Ну, так себе у него, конечно, артефакты. Самые отстойные в начале, да, Лена? Может, у него там получше были? У меня, скорее всего, место просто, да, место закончилось. Так, а что тут за магия? А магия не вся, да. Ну, электричество зато есть. У меня на 50% урона увеличено. На электричество. Так, где один остался, чувак? Вот он плавает, и один туда побежал. Все, берем драконов. И ждем чувака, он где-то здесь сейчас будет.
За ним можно гнаться. А вот он. Ну, давайте. Там, по-моему, еще один замок. Что-то у них много замков, конечно. Но то, что драконы наши, это, конечно, да. Большое преимущество. Сильный чувак. Я его не прибиваю. Хотя нет, 4 защиты. Просто все рыцари защиты изначально. А тут еще и герои плюс защита. Ну, хорошо стали. Респект пацанам. Молодцы, молодцы. Прям как я люблю. Ладно, давайте авто. Не ходи, не ходи, не ходи. Я просто... Подождите, а как он будет атаковать? А, он не может тогда. А сколько у дракона, интересно, здоровья? Я думаю, не добьют же его. Я на компу дал поиграть. Поиграет. Нормально. Так, у него один герой остался. Возможно, замок еще. А, вот замок тут еще. Окей. Да, кстати, у нас армия маленькая. Что-то мне кажется, и на меня сейчас нападет. Что-то как-то так бегаю здесь. Как будто у меня все окей. 9. Ну, я 2 дракона против 9. Но это я должен победить. Это я должен победить. Хоть у меня 0 магии, но как бы. Давайте смотреть. Блин, ну что такое? Сейчас минус дракон будет. У меня 8 здоровья осталось. Тесно, он добежит, если я вниз? Не, надо атаковать. Не, он, кстати, побеждает. Побеждает, да. Придется убежать. Заплатить 2400 и валить. Надо вот это здание, скорее всего, если там у него есть замок, надо захватывать вот здесь. Ехать. Потому что что тут написано? Просто всех победить. Так, ну здесь выкупаем героя. Сейчас мы фениксов. У нас тут единорогов много, 20 штук. И этих дворфов еще накопилось. Много. Все, можно... Я тут зачистить хочу. А, я на самом деле хотел вот сюда сходить, посмотреть, какой артефакт выпадет там. Так, плюс одна сила. Силы много не бывает. 3 героя у него. Это как будто у него есть еще замок на самом деле. Потому что, ну, как-то с одного замка... 4 героя там же внизу еще кто-то. Там реально замок еще. Но мне придется выстраивать, наверное. Захватывать деревню. Я так понимаю. Так, ну что, начнем? Наше шоу. Надо было 12 пить. Еще страшно. Убегай. А, так у меня же это есть. Армагеддон. Что я вообще делаю? Армагеддон и все. Тут даже не нужен Армагеддон. Тут вот так. Он убегает. Так. И последний. Ну, у них замок есть на острове, мне кажется. Тут неспроста лодка откуда-то. Скорее всего, там замок. Или деревня. Я не знаю, что там. Минус все, 500 урона. Просто чисто 500 урона. Так, мне бы Dimension Door на самом деле. Если... Хотя ладно, захвачу там, отстрою. Я направляюсь сюда, значит. Так, а мы посмотрим, что здесь. Мне всегда интересно.
Автобой, мне можно терять. Мне все равно тут победа уже. Посмотрим, что выпадет. Может, имба какая-нибудь. Сейчас вопрос только, имба или не имба выпадет. Ну-ка, смотрим. Имба, не имба. Ну, урон, конечно, потрясающий у нас. Чем больше побеждает, больше опыта, выше левел там. Конечно, да. Но это не скелеты, которые по 1000 были. Тогда было лучше все-таки по урону. Сейчас так себе. Вау, у них деревня была. Вот они сделали. Я только сейчас заметил. Отлично, тогда идем на деревню. Чувак даже оттуда вышел откуда-то. Ну-ка. Так, а мы тут, да? Там деревня была у них. Еще будет битва у нас, оказывается. Правда, у нее нифига нету. Тут тоже, кстати, не все готово. Но я думаю, на такое он нападать даже не будет. Он просто убежит. Куда-нибудь. Ля-ля-ля. Да, они такие бегают, как будто ничего не произошло. Просто назад убежал. Та-та-та-та-та-та. Че у них так много героев? А, это он взял армию, типа, сейчас я там нападу и убью. Так, нет, не нападешь. Вот эта кнопочка и все. А, зацените, один дворф. Прикол. Выжил один дворф. Так, а мы сюда. Два тут, да? Так, еще и там это. Че у них так много героев, реально? У них реально там на острове еще два замка, наверное. Потому что они не покупали из одного замка. Может быть, они покупают, потому что они убегают, у них артефакты, и они выкупают из-за этого. Возможно. Победа. Победа. Так, один где-то еще тут тусил, вот он. Так, интересно, он добежит до замка? А пусть бежит, мне все равно. Пусть заходит туда прям. Так, ладно, значит, его ловить нет смысла уже. Все остальное мы захватили. Идем вот сюда. Надо захватить эту деревню, подстроить замок, сделать лодку и пойти на... захватить последние замки. Я думаю, там есть замки. Что-то такое, мне кажется, есть там. Слишком много героев у них. Не может быть, что просто так это все. Готово. Все. Мутанты присоединяются. Пусть заходят, мне все равно. Если нравятся им наши дракончики, почему бы и нет. Выкупаем. А, тут сразу не надо. Сразу сделано. Специально. Это намек, что там есть замок. О, драконы. Подождите, кого выкинуть? А, лучников мало. 12 лучников. Мне не нравятся лучники. Все, драконы наши. Может, тут еще драконы где-то были? Так не смотрел особо. Может, еще какие-то драконы к нам хотят присоединиться? Тут даже замок не надо было строить, ну ничего, чисто к драконам подойти и все. О, у них тут прям ресурсов, ого-го-го. Может там, кстати, и замка-то и нет, чисто ресурсы для них за всякие. Присоединяйтесь. Не, не хотят. Не хотят. Я даже не знаю, куда идти мне.
Давайте я тоже на лодке поплыву. Или пусть он тут остается. Вдруг тот чувак сейчас приплывет. Да, он, кстати, может быть, и все-таки без замка. Он как-то сразу сюда пытается попасть. А, телепорт. Телепорт оттуда туда. То есть там, может, и замка-то и нету. Да, там замка нету. А вот замок внизу, может, есть. Там тоже что-то. Что у этого чувака? Ничего у него. Давайте отстроим замок. Сделаем много всего. И еще и героя купим. Чтоб он наверняка не смог ничего сделать. Давайте посмотрим, что получится. Вот тут может быть замок еще. Какое-то место такое. Это чтобы компы были сильные, чтобы захватили ресурсы они. Так сделали. Так, все, он передумал. Он передумал, отступает. Так, синий. Все. Значит, осталось две миссии. На выбор. Здесь надо, как обычно, как и за добро, надо выкопать, найти корону. Я так понимаю, ее надо реально выкопать. А другое задание тебе дается 8 недель. И за 8 недель ты должен убить одного оппонента. И за это время... и все войска перейдут на следующие, финальные испытания. Thank you.